У Гомелі пройшло пасяджэнне беларуска-расійскага клуба рэдактараў і экспертаў. Ён быў створаны ў мінулым годзе. Галоўная задача – садзейнічанне інтэграцыйным працэсам дзвюх краін. Нашы корэспандэнты з падрабязнасцямі. Першае пасяджэнне клуба рэдактараў і экспертаў адбылося летась у беларускіх вискулях. Другое сёлета прайшло ў Москве. Сустрэча ў Гомелі – трэцяя па ліку. За мінулы час удзельнікі клуба накапілі пэўны вопыт сумеснай работы, а таму, нягледзячы на розныя погляды на некаторыя праблемныя сітуацыі, імкнуліся прыйсці да адзінай думкі. Откровенно журналісты беседуюць сабой у положэнні в мире, в Европе, делятся собственными мнениями, и далеко не всегда эти мнения, хотя мы коллеги, хотя мы партнеры, представляем СМИ дружеских стран, не всегда эти мнения совпадают, потому что международная ситуация в последнее время развивается очень стремительно и ставит в тупик не только журналистов, но и политиков ведущих стран мира. Поэтому диалог этот очень полезен. О профессийном узроўні клуба редакторов можно мерковать по списе представленных СМИ. Другий национальный телеканал, столичное телебачение, национальный филиал телерадиокомпании «Мир», «Белта», газеты «Беларусь сёння», «Комсомольская правда», «Аргументы и факты». Хоть только непосредственно посяджением клуба, сустрэчу в Гомеле не обмежовываются. Подчас мастер-класса с керовниками региональной прессы размова об новых подыходах до работы газет и телебачения. Бадай наибольш активная дискуссия о будущем друкованных выданняў. Электронная мультимедийная среда, она будет, безусловно, доминирующей. Раз, второе, безусловно, для эстетов останутся бумажные версии изданий. Ну, когда я езжу, естественно, по России, летаю, я неизбежно пытаюсь, либо вижу, либо пытаюсь хотя бы пролистать эту региональную прессу. За редчайшими исключениями удовольствие мне это не доставляет. Может быть, у вас иначе. Хотя, по-моему, не очень иначе, но, может быть, у вас иначе. Мероприемство у Гомелі собрало больше, як 20 журналистов, экспертов и дипломатов. Это уже традиция – запрошать на посиджение специалистов разных сфер и политиков. На парадку дня – вострые темы и актуальные тенденции. Без экспертов саправды не обыстися. На этот раз у Гомель приехали представники Белорусского института стратегичных доследований, Российского державного академичного университета гуманитарных наук и представительства Россупрасовництва в Беларуси. У всех подробязностей посиджения удельники клуба не раскрывают, але констатуют, яно было результативным и корыстным для всех. До тех пор, пока мы находимся на переговорной площадке, любые контакты, которые есть между нами, это самое главное, самое важное, то, что нужно ценить. Как только мы закрываем дверь, переговорная площадка закрыта, значит, что все, тогда уже надежд на достижение результата не будет. Вот. Мне кажется, что сегодня все вышли такие одухотворенные и с хорошим настроением, именно потому что есть очень большая возможность для дальнейших переговоров. Алексей Сюров, Ольга Коновалова, Валерий Гапанько, телерадиокомпания «Гомель».